Спортом занимаемся. А еще? Ну как, трезвый образ жизни. Спорт – это самый мой главный секрет здоровья. Больше ходить, гулять. Часть это, чтобы дети были здоровыми сами. Что показываешь детям пример? Не как злоупотреблять всякими такими очень интересными вещами, а так, ну, я думаю, что ничего в этом такого секретного нету. Я считаю, правильное питание, здоровый образ жизни, безалкогольный, без курева, без наркотиков. Вот и все. Правильно питаться, закаляться. Встаю рано по утрам и все. И правильно питаюсь. У меня бабушка прожила 104 года. Дети, внуки, правнуки, огород. Шевелиться надо до смерти. Не давать своей душе к соблазнам каким-то, вот к излишествам. То есть вот человеку, по сути, ничего не нужно. Солнце светит, воздух есть. Из еды ему не так много надо. В общем, жить умеренно. Вот и все. Это будет секрет здоровья любого человека.